Санкт-Петербургском госуниверситете прошла традиционная легкоатлетическая эстафета памяти Васильковского. Вячеслав Васильковский – выпускник исторического факультета Ленинградского госуниверситета. Он погиб 6 декабря 1941 года смертью героя, закрыв собой амбразуру вражеского дзота и тем обеспечив успех атаки своего подразделения. Последние 60 лет в честь знаменитого выпускника в госуниверситете проводят эстафету памяти. В эстафете этого года приняли участие 8 команд. Это будущие экономисты, менеджеры, математики, социологи и биологи. Каждая команда получила имя выдающегося ученого, выпускника или сотрудника университета. Мечникова, Стравинского, Столыпина, Менделеева. Первой к финишу пришла команда имени Мечникова.